Валерия, здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, дорогие зрители. Знаю вас как отличного специалиста, как классного помогающего практика. Вы занимаетесь кинезиологией. Что это такое вообще, можете рассказать? Конечно, и с удовольствием. Тем более, что большей частью сейчас я преподаю кинезиологию, хотя в прошлом я очень много занималась непосредственно практикой. Кинезиология – это направление, которое создал великий человек Джордж Вудхард 60 лет назад. И он обобщил, конечно, достижения всех своих предшественников и создал целостную, опять-таки, систему, которая в своем подходе диагностики состояния человеческого тела опирается на мышечный отклик. И фигурально, разговаривая с мышцами человеческого тела, благодаря этой методике мы можем понять, а как же живется взаимосвязанный с конкретной мышцей орган. Вот каждый орган связан с одной или несколькими мышцами. Но также мы можем и определить эмоциональное состояние, биохимические балансы, взаимодействие между органами и системами. И главное, психологическое состояние, которое может как влиять на все перечисленное, так и являться, изменение психологического состояния может являться результатом каких-то деструктивных процессов внутри тела. Так вот, Джордж Вудхард, он 60 лет назад, в принципе, систематизировал те знания, которые человечество накопило, и вот в 90-е, после Первой мировой войны и после Второй мировой войны, были такие интенсивные взлеты в плане более глубокого понимания анатомии, физиологии человека, открылись знания, скажем, восточной медицины, были привнесены в западноевропейскую, скажем, цивилизацию, культуру, взгляд на человеческое тело, и родилось направление, которое дало, как у Вудхарда было 12 учеников, каждый из которых, как стволы могучего, как ветки могучего дерева, дали начинание другим направлениям, которые также называются кинезиология. Они очень различаются друг от друга. И они создавались в разные хронологические периоды. Я иногда связываю с развитием с телефоновой связью. Вот у нас, внедрилась телефонная связь, она была изобретена в начале 20 века, а распространение как раз-таки в 60-е годы получили проводные телефоны, сначала была примитивная связь, точно так же испокон веков люди как бы получали обратную связь от тела, но вот как бы выстроилась система телефонной коммуникации вообще в стране, в мире. Но потом получили развитие вместо дисковых телефонов, да, кнопочные, потом были пейджеры. Вы застали пейджеры? Это было какое-то время назад, это же был революционный какой-то всплеск. А потом появились сотовые телефоны, такие громадные, потом они совершенствовались. И сейчас на рынке большое количество направлений, там и Nokia, и Honor, колоссальные направления. Да. Вот и мы пишем на 14-й iPhone. И они похожи, все эти телефоны, они похожи чем фирмы, да? Они обеспечивают и улучшают связь и коммуникацию людей друг с другом, и имеют технологические отличия. А кинезиолога современного плана можно сравнить с переводчиком-полиглотом, задача которого знать как можно лучше язык человеческого тела, вот разговаривая, опираясь на мышечный отклик, да, каждая мышца может рассказать очень многое о взаимосвязанном органе, о взаимосвязанном меридиане, ну, такие проводочки, вы же видели китайские картинки с меридианами, с акупрессурными точечками, это как микросхемы наших гаджетов любого плана. И кинезиолог
его квалификация определяется тем, насколько больше, насколько обширен его словарный запас, насколько его совершенен вот язык, да, каждая мышца может ответить да или нет, но от того, она либо сильная, либо слабая, либо она, скажем, гипертоничная. И получается, что вот из этого двоичного ответа мы можем получить очень большое количество информации в зависимости от того, насколько совершенно кинезиолог может поставить вот этот вопрос обратной коммуникации. И задача его полиглота, да, вот я считаю себя полиглотом взаимодействия, коммуникации с мышечным телом и с мышцами человека, и с его телом, с его органами. И я этому стремлюсь обучить и внедрить это вот как можно больше количество и студентов, и людей, которым интересен здоровый образ жизни. И через этот мышечный отклик наша задача понять, с одной стороны, для себя, с другой стороны, показать телу, перевести на язык понятный вот данному человеку. Да? У каждого же разная система восприятия. Вот нужно на понятном, как для человека, как для личности, так и для человеческого тела показать, где нарушена коммуникация внутри органов и систем, внутри мышечных взаимосвязей, и показать возможности гармонизации вот этих деструкций или напряжений с тем, чтобы тело могло вернуться ну, к заводским настройкам, к идеальному состоянию. И все методы кинезиологии, они объединены чем? Это всегда мышечное тестирование, и это всегда целостный подход. И в зависимости от направления, это может быть единство структуры биохимии и психики, или анатомии, физиологии, энергетики и, собственно, биохимических процессов тела и психических процессов тела. То есть каждое из направлений, она как-то делает ракурс входа с точки зрения вот своей системности, своего целостного взгляда на взаимодействие человека, вот микромир, и как он взаимосвязан с нашим макромиром. Вот что происходит внутри человеческого тела, то, собственно, мы и видим на неком в событиях и динамиках нашей жизни. И, с одной стороны, напряжение в теле могут искажать и затруднять нашу коммуникацию, самореализацию. Но также и те препятствия в жизни, напряжение, стрессы, другие какие-то обстоятельства социального плана и так далее, они могут через восприятие наше, через психологическую составляющую, также оказывать очень серьезное влияние на биохимические структурные процессы в теле. Но я не знаю, насколько вам вот это, если ответить коротко. Валерия, о том, что такое кинезиология. У меня возник вопрос, да, вот в целом. И очень интересно, и понятно, что стало, что это целостный подход, который направлен на гармонизацию структур. Но вот мне еще стало интересно, вы сравнили развитие кинезиологии с развитием телефонов. А вот как вы оцениваете, кинезиология сейчас на каком этапе находится? То есть вот если мы то есть это уже 14-й айфон или это все еще кнопочный телефон? Вот на какой стадии, как вы думаете, развитие идет кинезиология сейчас? Как я говорила, в кинезиологии сейчас очень много аккредитованных направлений. Что такое аккредитованных? Это имеющие целостную программу и в преподавании, и сертификацию специалистов, и главное, преемственность. Да, вот школы, они создавались, и каждый из авторов, он создавал новое направление на основе, скажем, целостного и скрупулезного понимания всех предыдущих знаний именно по кинезиологии. Просто иногда люди говорят, что я автор кинезиологии, пройдя 1-2 курса и чего-то в каких-то направлениях, и ну, то есть это не совсем кинезиология, это авторские методы, но это не аккредитованные методы. Да? Здесь есть некая разница. И когда-то сама вот эта биохимическая и биологическая обратная связь через мышцы с мозгом, с телом, это казалось абсолютной
фантастика и давала, и до сих пор, казалось бы, самые простые приемы кинезиологические, вот просто мышечный тест, просто воздействие на какие-то точки, это дает, ну, реально фантастический эффект, результат и оказывает впечатление на людей, которые не знают, что такое кинезиология. Но эволюция ее столь фантастична, что сейчас вот можно сравнить там с 14-16 айфоном те новейшие достижения, которые подходят, скажем так, голографически к системе человека и к внутренним энергетическим связям. И какое-то время назад, я 20 лет занимаюсь, более 20 лет я занимаюсь кинезиологией, у меня открылась такая отрасль, как нейроэнергетическая кинезиология. И вот открылась бездна звезд полна. Звезда числа нет, бездни дна. Это просто феноменально, но некая галактика, каждая из звезд, которая завораживает и привлекает. Но автор этого метода Хьюго Табар, он жив, и вот за то время, пока он полон сил, энергии, за то время, пока я занимаюсь нейроэнергетической кинезиологией, мне порядка 10 лет, кажется, может быть, один, ну вот, надо будет посчитать, он написал еще немыслимое количество новых курсов, каждый из которых как вот новая звезда, которая светит еще ярче. Что можно ли изобрести более что-то более многогранно совершенное, я не знаю. Но мы же 10 лет назад не знали, что такое возможно. И как развивается наша техника. Ну, нам казалось же и реальным, если бы 20 лет назад нам кто-то показал картинку, там, или сейчас, разменяю мне двушку, у меня не было двушки, я не смог позвонить. То есть все стремительно меняется, и с одной стороны, я не могу сейчас представить, что может быть более совершенное, революционное. Но в то же время и старинные техники, вот, допустим, я преподаю в том числе и спортивную кинезиологию, которую создавал вот один из первых учеников самого Джорджа Гутфорда, Фрэнк Махони. Это вот работа вот с мясом, это работа непосредственно с мышцы. Тогда еще не было так распространено слово фасции. Вот сейчас все фокусируются на фасции и диафрагмах. Но он настолько предвосхитил свое время, что даже не фокусируя свое внимание на этих замечательных субстанциях, которые отвечают за основополагающие процессы в нашем теле, он очень глубоко, простыми, доступными приемами, он для спортсменов в первую очередь это ориентировал, а можно использовать для реабилитации, то есть там все очень просто. Это как, ну, это не как девушка, алло, центральная, соедините меня. Это, наверное, где-то вот дисковый телефон, но он работает также и номинально, и восхитительно вот за счет этой глубинной обратной связи с нашим телом и за счет умному, фантастически гениальному построению всех наших программ и взаимодействию, я имею в виду человеческого тела, и взаимосвязи, и взаимодействию мышц с процессами, которые происходят внутри нас и вместе, вокруг нас. Это взаимопроистекающие системы, к отправным точкам, которых мы имеем ключи, ну вот благодаря мышечному тестированию, благодаря гению Гутфорда и благодаря гению всех, низко кланяюсь всем его ученикам и всем авторам, еще раз аккредитованных, то есть системных направлений кинезиологии, которые авторы которых основываются на целостном подходе и на глубинных знаниях именно кинезиологии. Они просто так решили назвать. Я, к сожалению, чем чаще, чем дальше, тем больше сталкиваюсь с тем, что этот бренд используют, просто понимая, что основываясь на чужой рекламе, основываясь в принципе на том, что у населения уже складывается уважение, знание к этому методу. Поэтому если вы идете к специалисту или интересуетесь, куда учиться, то вам нужно, имеет смысл поинтересоваться его целостным образованием, количеством часов пройденных, ну и, собственно, тем правом, на что он опирается, называя себя кинезиологом.